на миле 5.37.0 Смирнов Александр. Судя по этому забегу, именно так. Поздравляю. И победил. Называть никого не надо, потому что это рыбачит на Алексей. 5 минут. Ну вот у нас мальчики идут. А на призы из Вячеслава Соколова, у Соколова, насколько я понимаю, есть результаты из 4 минут. Почувствуйте разницу. Стоп, тебя что, еще быстрее всех прибежать? Если последний стартовал, а прибежал первый, то, наверное, да, хорошо. И у девочек, девочки в этом году не выиграли абсолютно пирса. Честно говоря, мне кажется, что уже давным-давно девчонки не выигрывали. Не знаю, что здесь, или годиковамка неправильно рассчитывается, или девочки слабовольные. Вот. Но Женя Кремен, наверное, одна из последних, кто выигрывал. Это не факт. Пересмотрим, может быть, сделаем более выгодные гадикапы для девчонок, потому что, конечно, убегать тяжелее, чем догонять. Вот. И поэтому в этих тяжелых условиях, потому что у нас по мальчикам явно неправильные результаты написали, потому что у нас девочки такое ощущение, что погнали мальчишек по результатам. Поэтому не может у них таких результатов быть. Это я сюжетка бригадия. А у девочек, думаю, правильно. По часам похоже. Я, да, я. А, тогда у девочек. Хорошо. Куругова Мария, 5.49.6. Нет, говорят, что все нормально. Говорят, это просто мальчишки пешком. Официальный представитель. Да, да. На самом деле мы в 2019 году, я посмотрел протокол, Сань 22 бежал, я 24. То есть нет, говорят, что все правильно, просто девчонки бежали, а мальчики, мальчики фигня закрылись. Понятно. Мальчики бежали на этот, за... Да, слота, понятно. 5.49.0 Крылова Галина. Вы как цыгане нас интересуют. И выиграла эти соревнования, я так понимаю, не первый год, и даже не второй. Шамшина Елена, 5.34.1. Тимофей, и сумма у него 68-70.
то есть минус 2 метра. А в прошлом году ты выше. Смотри, повторяю. Он лидировал по скупочку. То есть Тимофею надо подкачивать Куабахом. Не одним из Тангайка лысых я буду. Хорошо, и третье место у нас. Хотел сказать про Лова Галина. Мужики, Качанов Олег! Ого! Чего себе я отвлекся! 61-50! Ничего себе! Круто! Круто! Мальчишки, не уходите, сейчас девчонок еще вызовем. Первое место у девчонок! Ого! Бульчук Мария! И может вот это Мария показала 55-95, а в абсолютке надо 12 метров добавлять. 55-95 и 12, 67-95. И она бы проиграла, Тимофея. Да, все-таки мужики сильнее в этот раз. Второе место. Иванова Екатерина. 53-05. Парни, уходим. Третье место. А вот бар? Крылова Галина! Ура! 52-45. Все, вот это и ты. Все сделали узкие глаза. Был потенциальный суперприз для Якуты, но он не доехал сегодня. Суперприз для Якуты не доехал. А, суперприз, да. У нас должны были быть призы, но извините. Не все успеваем, бывает. Неужели вы якутянку вызвали в качестве приза? Пробили все. Только меня не дрочит. Значит, богоборье, двоеборье. Двоеборье, связка... Питание плюс толкание килограммового мяча. Раз, два. А ничего, что у меня 3 грамоты девочек нет вообще? Это нормально? Ну, там. Дима Липущенко, вопрос к вам. Ладно, давайте я девчонок награжу, но просто тогда уже ждите всех результатов, потом протокол всех архивы посмотрим. Ой, девчонок, наоборот, мальчишек награжу. Шишкин и брат выиграл 52-4 и
Новогородский Семен, 45,9, это действительно второе место. Да, Турбунов урод, к сожалению, вообще не умеет толкать, да? А, ну у тебя штраф. Так, и, девчонок, да? Девчонки, значит, у нас такие призеры и победители. Заверина Инесса, третье место, 29,7. Вот. У нас ответ есть, гражданская команда, нет? Что еще раз, что гражданин? Девочек мы вообще ничего не вручили. Кущенко Юля, второе место, 31,2. И победила в этих соревнованиях с результатом 38,8. Я так понимаю, это очень высокий результат, потому что модификация 4,48 метров, то есть это 38,8, значит это 46, и это, видимо, ты что, девчонки, выходят? Белоусова Виталина! Виталина, по-моему, выиграла абсолютный зачет даже в ядрометании, поэтому, пожалуйста, ты получишь тут? Прекрасно. Прекрасно, сейчас я посмотрю, какой результат у Виталины в видах, вообще это сильные, точно, двоеборье получилось. Так что надо заниматься тем, чем надо. 17 толчок, 21,6 толчок. Толчок, пожалуй, перетолкнуло всех парней. Так, молодцы. Ядрометание возвращаюсь. Скакалку сюда перетолкнуло, да? Нам на заборе пришли. На заборе мы не будем. Многоборье, как лошадка. Значит, ну да, спрашивают, многоборье, которое проходило в 2 часа, это было как зона активности, у нас нет награждений, результаты, естественно, выставлю. Молодцы все, кто поучаствовал, особенно в трех видах, это было тяжело. Я вот поучаствовал. Вот. Вот, на 100-метровке у нас в первую очередь интересовал, это первый раз в МГУ, когда мы проводили эту